Родина! Как получить паспорт гражданину Российской Федерации? Узнай. Я думаю, что здесь уже многие получили российский паспорт. Я сегодня узнал, что здесь, кстати, он есть банк российский, ПСБ, он сюда пришел и теперь принимает российские карты. Серьезно? Здорово. Ну что, мы находимся в Луганске. Вчера был Египет, Хургада. Кстати, также солнечное, такое же небо красивое, только градусов побольше и море. А сегодня мы уже здесь. Какие ощущения? Очень приятные. Приятно быть сопричастным к празднику. Мы здесь снимаем концерт, который покажут в новогоднюю ночь по телеканалу «Звезда». И я хочу сказать, что репертуар подобранный, артисты очень трепетно, и будет очень классный концерт. И формат его такой удивительный. Будем мы петь для военных и их жен, ну и для всей, для всего прекрасного Донбасса. И хочется пожелать, наверное, всем остальным россиянам такую же силу духа, такую же степень жизнерадостности, как у людей, которые живут на этих прекрасных землях. Первый Новый год в составе Российской Федерации. Я надеюсь, что все мечты, которые живут в сердцах местных жителей, они обязательно сбудутся, потому что они действительно заслужили спокойную жизнь, мирное голубое небо над головой, украшенные площади вот такими елками большими, огромными. И спокойной, счастливой жизнью. Вот удивительно, как устроен человек. Сначала забери то, что у него есть, да, обычную, тихую, спокойную жизнь. А потом ему вновь ее отдай. И он уже ценить ее будет совершенно иначе. Здесь те люди, которые действительно понимают и ценят самые простые вещи, такие как мир, любовь, добро, спокойное небо, надежда на будущее своих детей. Здесь оно прям в воздухе, ты чувствуешь, вдыхаешь и прям чувствуешь эту атмосферу. Ребята, вы крутые. Мы очень надеемся и будем стараться подарить вам самый настоящий праздник. Мы для этого проделали большой путь. Мы еще не спали, но я думаю, что это не помешает нам сделать потрясающий концерт. Вот. И обратно. Обратно поехать домой, чтобы присоединиться к своим близким и родным и встретить тоже новогодние праздники. Вот. И день рождения. И день рождения. И день рождения ты проведешь. Да, день рождения я вот здесь нахожусь. Здесь он начнется и продолжится уже в Москве. Это уже какая-то традиция. Годовщина свадьбы у меня тоже началась на Мальдивах и продолжилась на Донбассе. И день рождения я, как истинный артист и патриот своей страны, встречу вместо запланированного южного берега Красного моря, я здесь. И ни капельки об этом не жалею. Так что вместе мы сила.